Из давних времен мы знаем множество легенд, рассказывающих нам о славных приключениях храбрых мореплавателей. Сегодня мало кто представляет, с чего начались все эти истории, но есть среди них та, о которой знают только настоящие мореплаватели. Отправился однажды в плавание наш корабль со славной командой. Путешествовали они от одного континента к другому. Как многие известные первооткрыватели, такие как Магеллан, Колумб, Лазарев, мечтали они открыть новую землю и нанести ее на карту под своим именем. Преодолевали они все препятствия вместе, и не было у них на пути шторма, который помогли смогли преодолеть. Однажды в бухте встретили они старого моряка с золотой серебром. Спросили они, что значит эта серебра, и ответил старик, что большую золотую серебру носили моряки, прошедшие мимо мыса Гором, где почти круглый год стоит штормовая погода. Но наша команда не испугалась рассказов старого моряка и отправилась покорять этот мыс. Старик не обманул. 3 дня боролась команда с самым страшным штормом, который они могли себе только представить. Но за их выдержку и сплоченность ждала их большая награда. Нашли они давно заброшенный остров. А этот остров оказался новой 7-й частью света. Открывается она, как и все новое, только тем, кто не боится преодолевать себя и бороться с трудностями. Назвали ее в честь наших мореплавателей Виктория, что значит победа, и нанесли ее на карту в память об этой истории.